Привет! Сегодня приготовим запеченное мясо в мультиварке. Для маринада нам понадобится 5 столовых ложек соевого соуса, 5 столовых ложек майонеза провансаль, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка молотого перца, 1 чайная ложка сухих итальянских трав, 3 зубчика чеснока. Все эти ингредиенты нужно взбить в блендере. Для запекания я взяла 1 кг свиного антрикота. Это нежное мясо, а небольшие прослойки сала сделают его сочным. Чтобы мясо ровно ложилось на дно кастрюли, я разрезаю его пополам. Делаем несколько проколов вилкой, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом. Поливаем маринадом и смотрим, чтобы мясо было покрыто со всех сторон. Миску накрываем пищевой пленкой, ставим в холодильник на ночь. Кастрюлю мультиварки смазываем растительным маслом и выкладываем мясо. Выбираем режим выпечка. Время приготовления 40 минут и нажимаем старт. Через 40 минут открываем мультиварку. Для того, чтобы остатки маринада не подгорали на дне кастрюли, я вынимаю мясо, вытираю кастрюлю и обратно закладываю мясо, но уже другой стороной. Включаю режим выпечка. Через 20 минут переворачиваю мясо на другую, нерумяную сторону и оставляю еще на 20 минут. Спустя это время выключаю мультиварку и наше мясо готово. Его также можно запекать в духовке, предварительно положив в рукав для запекания. Это мясо готовится очень просто, но получается невероятно сочным, ароматным, вкусным и прекрасно дополнит ваш праздничный стол. Кстати, у меня на канале вы найдете еще много других интересных рецептов для мультиварки. И не только. Спасибо за просмотр, комментарии, лайки и до новых встреч на канале Tasty Week.